Да, белок почему-то не усваивается, но причин неусвоения белка очень много, начиная от то, что вы мало употребляете белка как такового, потом еще один пункт, вот эта вот сниженная кислотность, из-за которого вы белок не усваиваете, вы хотите добавить, а это может быть проблема в печени, то есть сниженная синтетическая функция печени, печень просто не может белок сделать. Да, насинтезировать. И, наконец, есть какое-то воспаление, куда этот белок сливается. И прием бетаинопепсина решит только одну проблему из четырех. То есть вы должны быть уверены, что вы будете решать нужную проблему. И если мы говорим про сниженную кислотность, она может быть снижена на фоне воспалительных процессов в желудке. То есть здесь нужно будет именно сначала восстанавливать слизистую. А воспалительные проблемы в желудке может быть на фоне ГЭРБ. Вот она цепочка, вот она проблема. То есть бетаинопепсин это, ну как, его можно давать, но это топорный метод. То есть мы не знаем, кому можно, кому нельзя. Чтобы помочь вам справиться с этой проблемой, я подготовила для вас бесплатный открытый урок. Чтобы посмотреть его, переходите по ссылке в описании к этому видео.